Всем привет! Сегодня приготовим насыпной пирог с яблоками. Этот пирог самый легкий и быстрый в приготовлении. Даже тесто готовить не нужно. Просто смешиваем ингредиенты и выкладываем все слоями. Проще простого. В миску высыпаем 300 грамм просеянной пшеничной муки, добавляем щепотку соли, 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара и 100 или 130 грамм сливочного масла. Перетираем в крошку и убираем пока в холодильник. Очищенные яблоки нарезаем средним кубиком, примерно около 1 сантиметра. Яблоки для этого рецепта лучше брать кисло-сладкие. Осталось собрать насыпной яблочный пирог. Дно формы выстилаем пергаментной бумагой. Высыпаем половину теста и разравниваем. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Можно немного утрамбовать стаканом. Затем ровным слоем отправляем кусочки яблок. Сверху их можно немного посыпать корицей, если любите. И высыпаем оставшееся тесто. Снова разравниваем и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30-45 минут. Время будет зависеть от вашей духовки. Как пирог немного остынет, снимаем форму и нарезаем на порционные кусочки. Его вкусно есть в теплом виде с мороженым или охладить и подать с чашечкой чая или стаканом молока. Пирог приятно вас удивит своим вкусом и ароматом. Нежные и сочные яблоки и хрустящая корочка – идеальное сочетание. Начинками к пирогу также могут быть ягоды, варенье, джем, творог, абрикос, вишня или чернослив. Кому что нравится. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и всем приятного чаепития!